Нашу Руби одевают весь район. Красивые малыши с родителями прогуливаются по набережной Круазет. И сейчас вот этот счастливый малыш вместе с папой и с мамой помогают одеть нашу козявку. Потому что мы не умеем ее... Я попросила, потому что она выскочила. А она, подожди. Не-не, Ир, подожди. Вот сюда лапы сведутся. Вот это вход. Надо было крепь его брать. И попросили сфотографироваться. Но я девушка добрая. И говорю, а вы не могли бы нам за фотографию нас одеть? Оденемся сейчас. Никогда никто так птибрапсано никогда не надевал. А вы на каждую лапку хотите рассредоточить? Они одеваются только до первой части туловища. Да, да. Да. А это вверху. Это вот. Ну, у меня времени было мало, поэтому я ее как-то смогла наскоком одеть. А она выскочила. Так. Сидит как вкопанная, прям любит. Она понимает. А ее никто не ругал с рождения, кроме меня. Малышка, пусть она влюбки растет. Да? А какашки есть кошачьи, подзатыльник не хочет? Ты такие вещи делаешь, Руби, ты что? Да мы и таблетки купили такие. Анти-анти. Так. Потом рот мыли бензином. Шучу. Нет, Ира, она, наверное, не на первой половине туловища, скажу, а по-другому она, потому что вот эта штука, она явно вот тут как-то должна застегиваться. Сейчас посмотрим. Она не на каждую, наверное, лапку. Она, скорее всего, вот так. Если вот это вот... Куда вот держи? Вот это должно быть под пузом. Вот так. У вас мальчик, да? Девочка. Как зовут? Маша. Правильно назвали, слава богу. Митя. А то как назовут, назовут. Голос. Тяф-тяф. Давай, гавкай на людей, гавкай. Как на кошек дома гавкала. Вот это, наверное, голова. Наоборот. Вот мне тоже так. Все в Ютубе сейчас смотрите через 20 минут. Прогулки по Круазет. Так и назову ролик. А как же это? Вот так получается. Вот сюда лапы. Вот сюда. Да, правильно вы, девушка, говорите, да. Давай, кота одевали. А что, котов тоже одевают? Они тоже убегают? Они рвут когти только так. Так? Так. Я своего вопроса еле-еле успел поймать. Ну вот вы меня поняли сейчас. Идем, идем. На улице никогда не был, но когда вот его поставили на асфальт, он как-то зашипел, как побежал, как дикий. А на кого зашипел, никого рядом не было. Ну типа я свободен. Да-да-да-да-да-да-да. А мне легче было до дому зайти за 4 минуты. Ну, да, construction. Не хватает. What is construction? Может, это через жопу застегивается? Да нет, она у нас без жопы шла. Она по верхней части туловища. Подожди, давай еще раз. Она вообще-то одевается вот так вот, если что, на эти самые, на подмышки. Правильно, да-да-да. Наконец-то. Подмышки. Почему ты решил, что так? 100%. А по профессии кто ваш муж? Я мисс, пожарный. Я мисс.